я записал эту песню христианскую и отдал на радио. Ну, знаете, какие-то у меня еще знакомые были. Я отдал на радио, и вдруг эта песня звучит, и я получаю звонок. Алло, алло. Это Сергей, привет. Это ну, и знакомая позвонила, режиссер, редактор там с радио. Говорит, я слышала песню рождественскую, это ты поешь? Я говорю, ну, а какая? Он говорит, подними свои глаза. Я говорю, да, я пою. Классная песня, мы тебя приглашаем на рождественский концерт. Я говорю, и что это будет за концерт? Ну, крутой концерт, все будут песняры, сябры, оркестр Михаила Финберга, солисты, знаете, такой вот, угадай мелодию, озвучивали. И меня приглашаете, я говорю, да. Они говорят, да. Ну, знаете, я воспитывался в такой церкви. Я прихожу к диакону, диакон в годах. Я говорю, брат, что мне делать? Вот меня пригласили, не вздумай туда ехать. Как? Ты можешь петь святой там? Ну, как бы, может, брат немножко не понял чего-то. И что я делаю? Я сразу перехожу к молодому дьяку. И спрашиваю, говорю, брат, что мне делать? Вот меня пригласили, я вот... Он говорит, ты должен туда идти, потому что... Вы говорите мне неправильно, я люблю старого дьякона тоже. Вот у нас Арнольд, он старый дьякон. По совместительству он играет на клавиш. Поэтому хочу сказать, что этот брат молодой, он просто сказал, Серега, если ты получил спасение, ты должен идти в этот мир и говорить людям о Иисусе, что Он спаситель, что Он изменил твою жизнь. Амен? Аминь. И я поехал на эту тусовочку. Ну, понимаете, я говорю, Господь, не знаю что, я спою песню и буду так. И когда я спел песню, я пошел в фойе, и я сидел, разговаривал, и ко мне подбежали люди. Бриксы, это ты? Я, да подождите, да дай потолок, ты, у тебя глаза другие. Да ты что, вообще-то что-то нет. Я говорю, не, ребята, все, я вот, Не, Бриксы, что, серьезно? Ты же, ну, ты женился, да? Ты жену любишь? Все так, знаете, такие стрелы. Бах, я так, о, Господь. Ну, ребята, все нормально. И вдруг забегает парень и говорит, Серега, срочно на сцену. Я говорю, ну какую сцену? Я спокойно сижу, общаюсь с музыкантами, давно не видел. Иди на сцену! Тебя зовут, ты первое место занял. Какое первое место? Быстрее тебе машину дали. Я говорю, ты что, с ума сошел? Какую машину? Я уже хорошо, у меня ведет, да? Так. А я иду и так думаю, подожди, Господь, что ты? Говорю, что за прикол? Говорю, Господь, что, как это? Что это? Ну, представляете, я вообще приехал по другой линии. И можете представить, я захожу на сцену, снимает белорусское телевидение, держит ключи, там президент одной фирмы, которая машины продавали. Помните, такие были Шкода, Шкода, у вас ездит Шкода. Он когда-то был фаворит, такая модель, сейчас о них уже нет, как Volkswagen Golf. И можете представить, я такой стою, так колочусь, и ничего не понимаю, знаете, и меня заводят на сцену, говорит, первое место заняла песня «Вифлеемская звезда». И он говорит, из-за того, что, ну, из-за этого мы дарим автомобиль Шкода. Понимаете, я не знаю, почему это сделал Господь. Не потому, что у меня не было машины, поверьте, вы знаете. Неужели мне Бог дал машину, потому что просто у меня не было. У меня зрение плохое. Я вообще думал, какая машина, это какой-то железный гроб. Ну, вообще, зрение плохое, прав нету, ездить не умею. Я еще потом, когда машину дали, 2 года евангелизировал милицию. Меня останавливали, а я посыпал. И потом опять останавливают. И открывают дверь, они с ним говорят, Брикса, опять ты? Да у меня есть уже кассета. Я говорю, нет, это новый альбом. Слава Богу, что есть у нас Иисус Господь, Бог. Знаете, слава Богу за Бога, что Он нас любит. Эта песня называется «Вифлеемская звезда». Валера, все нормально? Валерий Коров, давай!